Крышка светильник черного цвета для прямоугольного аквариума 50 литров с размерами 51 сантиметр длина, 27 сантиметров ширина. Крышка с отверстием для кормления. Сзади с обоих сторон выходы под технологические выходы под электричество и шланги. Также крышечка оснащена светодиодным светильником 7,5 ватт с выключателем на проводе. И также крышка оснащена водостоком по всему периметру крышки, чтобы конденсат не скапливался, а стекал обратно в аквариум.